Видеоблогер. Добрый вечер. Осталось 45 минут, ну плюс-минус там видно будет. Я не могу стоять. Ты что, куда с пакетом пошел? Я в магазин поехал, ладно, пацаны. Давай что-нибудь веселое сделаем, вкусного получится. Что веселое? Умеешь так делать? Я не умею. А ты умеешь? Ну вот видишь. Так себе веселье. Как дела? Весело, веселье. А у меня? Ну сейчас тоже будет. Ну все хорошо. Мне не надо красить, я вообще готов. Вот это была моя вода. Воду там, я этот купил себе. Поздравляю. В принципе, никакого волнения. А так вот. Все готово вроде. Это микрофон у тебя? Да. Поехали, что ли? Туда поехали. Здравствуйте. Я целый день с вами здоровый, слушай, что? Это же уважение. Смотри, какая движуха здесь. Алмазы ищет. Алмаз! Алмаз! Это алмаз. Канал Россия. Все, здесь все серьезно, понял? Рука светится, смотри. Когда волнуешься, много пьешь, кстати, знаешь? Я вообще знал это? Я тоже. Клавишники тоже поют, танцуют, на перкуссии играют. У нас все этот играет на всем. Говорят, ты погоришь с двумя тоннами за спиной. Так мы этот... Друзья, короче, вот такая движуха, футболки. Вот же футболки, вспомнил. Вот такие крутые футболки мы, кстати, тоже продаем. Имейте в виду. Есть и мужские, и женские. Их мало. Вот такая вот футболочка такая крутая. В белом и в красном цвете, естественно. Сколько маржа футболки? Сколько моча? Маржа. Ну, договоримся. Антохи пригласительный вон там. Вперед выходит, ну там будет ходить туда-сюда, будет ходить вот так. Я в это время ухожу переодеваться. Ага. Ты что, фоткать будешь? А? Фоткать будешь? Да. Билетов просто не осталось, пришлось так прийти. В этом все вместе включались. Орын дюк. Орын дюк, ултыргастар куявы, блин. Я ултыргалты, ултыргас. Кем келе, ултыргас алып келе, гады деген мэн, ярэм? О, вообще ништяк будет фотка. Крутая. Давай, на счет три. О. Давай, еще раз, прям максимально прям. Окей. Если они в порядке не прям. Мы специально никого не приглашали, чтобы здесь никто не ходил. Чтобы дышать можно было. Спокойно, комфортно ходить. Наслаждаться перед концертом. Слышь, ты говорил, оделся такой, как сделал. Извини, размер. Ты фойе заходи, пригласи. Уберите его отсюда, пожалуйста. Вот, спасибо. И Рогна. Короче, друзья, покупайте экземпляры. Нигде больше таких нет. Сейчас покажу. Чудо-календарь. Идеальное сочетание подарка, футболки и календаря. Саша, что? Понял? 100 рублей для тебя. Да. Ну, как и для всех. Да, нормально предложение. Я не могу. Нормально, ценник, что? Готов к концерту, понимаешь? Осталось 35 минут. Ну, плюс-минус, пока все подойдут, пока туда-сюда, да? Что еще осталось-то? Альгеру был мой, блин. Хакиштарит каршалара, ультра-старая, ультра-тарая. Поговори что-нибудь. Подожди. Нет, это телевизионная культура. Ну я понял, сейчас подожди. Так, кем-то хуйня вот так пожалуйста. Так, Малар. Линар, я собираю аргамак. Концерт. Ага. Вот сегодня, 2 марта, в ГКЗ. Серьезно, что ли? Серьезно. Ну ладно. 65. 28-29. Вот вся программа наша. 24 композиции. Все нон-стопом. Будем стараться. Видите, X. По сути, здесь
должен быть перерыв 10-минутный, но его не будет. Концерт пройдет на одном дыхании, поэтому пойдем положим к себе, чтобы не забыть. В основном здесь как бы, ну, чтобы мы плясали, танцевали сейчас. Инструменты все по минималке поставил, короче. Бонги, дарбук, джамбо. В основном поем, в основном танцуем, поем как бы. Вот здесь будет лежать, я думаю, не помешает. Все, все видно. На авансцену будем выходить, там петь, зажигать, фан-фан, всем привет, таля-то-поля, то есть вот как бы так. Я очень переживаю, что балкон, вот этот экран верхний не увидит. А может и увидит. Да? Да увидит, чё ж. Так, что еще? Надо подготовить костюм, потому что у нас нет перерыва. Танцуешь? Танцуешь? Станцуешь? Да. Не, подожди, нет, давай потом, ты просто потом снимешь как бы вот это вот. Понял, да? Нет. Не понял вот это вот? Вот это вот все будет, вот, это, вот эти движения все они будут, короче. Понял вот это. Ладно, потом. Сдвиг на 15 минут. Да, потому что надо свести камеры, мы не успеваем их сделать. А, все понятно. Удачи. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо. Переодеваться пора, уже тайминг-то. Не говори слово тайминг. Время уже. Эй, сарат еще скажи. Побольше лак. Имейте в виду. Линара. Сейчас. Ну то, что устал бить, ну да, палец все равно. Баллон с аргама. Как тебя угораздило? Да, нормально. Попасть в аргама. Такая история, перед сольником не хочу рассказывать. То сейчас затянется, там слезы будут, это все. Попейте. Божественно. Так вот, из одной тары даже пьем. И русский, и азербайджанец, и башкир. Да? Да. Ребят, осталось 10 минут до начала. Американскую отраву вместе пьем, понимаете? Ой, давай, настроение любишь портить. Барабаны, что про них рассказывать? На них надо играть. А я вам костюм. Я не знаю, что говорить. Сегодня будет море звуком, море света и море хорошего настроения. Дерри, слышал, да? Вначале, короче, барабаны будут. Я думаю, вообще вперед пробраться, короче, там поближе. Ну, я заколебался, блин. Молодец, правильно делаю, ты что? Красавчик. Потом тебе благодарственное письмо по почте отправлю. Уже 10 минут концерт пошло, а ты еще. Мальца, она вот трата еще. Так-т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 ак. Там такой эффект будет сейчас. Главе игры. Бер трек, если не так, им два масштаба Эльгрэра. Вообще, я говорю, Терси, когда? В 2011 году мы здесь первый раз бомбили. 2019 год надо еще раз забить. То есть это выступление свою, так сказать, какую-то эпоху оставит след. Аргамак всегда что-то делал такое, чтобы заинтересовать молодежь к корням, чтобы дух наших предков, нашей культуры через призму современного творческого языка дошел до молодежи, чтобы они, по крайней мере, хотя бы как мы, были напитаны этим духом. Рух, рух, ам, рух. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллахумма салли аля Мухаммади ва салим. Я Аллам, өзіңе тапсырдық, бұл өзіңнің сағаштарды. Өзіңнің өздеріңді, өзің атай бабайларымыз, Заки Валиди, Салават Юлаев, Зайнуллай шыңдар неме еткерге тілейдер, неме етердер, неме ұшы бүгін ұйылған халыққа. Біздің еріміз, мұғымыз ашы халқымыздың ерігіне еткер. Олардың еріктерін, қалыптерін асып, ұшы қатмарлы заманыла халқымызға, иманға қайтырға насып ет. Бізге сәбепсілердің болырға насып ет. Ұшы мұң тілі ашы халқымызға, өзіңдің бүйік өздеріңді еткерге бізге тұрсықтар құратырға насып ет. Бірге қуат бер, өзіңдің қуатлы фәрештелеріңді бер. Бізге дәрт бер, бізге рух бер, бізге мұң бер. Енді ұшы халық бүгін рухланып, дәртленіп қалсын.
Қайтып юрттарында ошо атай бабайларыбыздың ғұрып-ғадаттарын тәрбиелеп, яңартып, өзінің тілін де сөйлесіп, халқыбыздың бүгін ошо республикабыздың бүгінгі күннен инде бізгә сәскә атып, яңадан қуатлы итеп яшап, яшай башларга насип итеп. Һәрбер өзінең гаиләһендә матур итеп ошайтып, атай бабалар ничек яшәгән яшәргә насип итеп. Инде бездә матур сагыштар ярга ярдәм ит. Бисмиллаһир рахманир рахим. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Аллаһ. Давайте дадим все, что мы готовили, жару просто. Только не перенапрягите слабо. Жан дахал пилом. Янын матурлаган көрәбе, кешелекнең яхшылыгын тоябе, күдүрәнең таф бине бал ярда, индирешмә, индирешмә. Thank you.
Nesi konsert bitti? Evet. Okşan mı? Evet. Спасибо, парни. Спасибо. Как прошел концерт? Нормально. Понравилось? Да. Сильно? Да. Еще придешь? Камила, иди сюда. Да. Камила, идем. Понравилось? Смотри, совсем большая стала. Ты кто у нас, Киса, да? Да, Киса. Концерт Окшан? Вообще, прямо... Ребята, я тут запомнился. Спасибо вам огромное. Толстовки гони. Толстовки. Давай. Эй, давай вот завтра точно, как обычно говорят, завтра. Завтра точно. Или кроссы снять, что ли? Нет, сделаем, остальное. Ближайшее время сделаем. И сразу. Вы скажите, как... Я вам покажу примеры, этот, выберите, скажете, вот так вот надо, и все. Там день-два. Да? Ох, тоже, вот КСТБ я сейчас заточил бы. Эй! Что надо?